Загитова поделилась видео с тренировки в Хрустальном. Российская фигуристка Алина Загитова показала фрагмент тренировки на катке в самбо-70. На видео, опубликованном в Instagram, фигуристка исполняет показательный номер Survivor, с которым она выступала в прошлом сезоне. Напомним, 13 декабря 17-летняя Загитова сообщила о приостановлении профессиональной спортивной карьеры и пропуске остатка сезона. Фигуристка заявила, что продолжит тренироваться и выступать в показательных выступлениях и различных ледовых шоу.